А вы знаете, что в Чебоксарах есть памятник Чебурашке? Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары. Странно. Никаких чебурашек нет. В парке Николаева сейчас мы как раз здесь и прогуляемся, посмотрим. Его установили совсем недавно. Так, вот этот парк у нас деток. Мы вот сколько проезжали, мы никогда в него не заглядывали. Вот сейчас как раз, пока погода еще позволяет, хотим посмотреть, что за детский парк вообще. Что за Чебурашка. Осень прям конкретно. Скоро холодно, скоро снег. Вот стоянка там получается, да? А вход здесь. Для тех, кто хочет побывать. Ну, мало ли кто-то не был. Каждую среду все аттракционы по 70 рублей. Так что вот он этот. Даже детский парк имени Николаева. Так, тут имеется парк Николаева. Какой он? Что где находится? Так, ну что, пойдем посмотрим, где памятник. Наверное, где-то там, где все эти вот персонажи детские. Вон там, видишь? Так, тут у нас тоже детские мультяшные персонажи. Ну погоди. Пи-пи-пи-пи-пи, поросенок. Винни-винни. Заяц-волк. Вот такой вот. Ага. Дальше что у нас есть? Паровозик. Вот хороший парк. Какие аттракционы. Искать Чебурашку. Ой, как хорошо тут с детками гулять. Оказывается. Так что вот такая вот небольшая экскурсия сегодня по парку Николаева. Так, что тут есть у нас какие-то там. Ой, классно. Можно отдохнуть. Есть мастерская. Так, секунду. Мастерская чудес имеется. Мастер-классы, наверное, проводит. Об этом надо уточнить, почитать. Фокусы. Фокусы, фокусы. Дальше. Так, я иду, я надеюсь, камера у меня не сильно трясется. Еще мне вот эти вот нравятся, знаете, лазания, типа, всякие для детей, вот, вообще классно просто смотреть. Жалко, мои-то выросли, а вот так вот, как классно здесь, особенно мальчикам, полазить, попрыгать, покататься. Нет, этот парк однозначно с детьми надо обязательно посетить. Нужны лавочки везде, на каждом шагу. Отдохнуть, посидеть. Так, ну сейчас все закрыто, я думаю, потому что мы пришли не выходные, и не... Я думаю, вчера было побольше народу, воскресенье. А, вон и Чебурашка, уже вижу. Чебуреки, чемодан. Как из мультика, да? Как обычно, ассоциации. Вот этот памятник Чебурашке. Вот он, памятник. Как громко сказано, да?
памятник Чебурашке. А сам-то Чебурашка маленький, побольше может у нас было. И уж побольше. Чебурашка. Кто вы такой? А я не знаю. Вот такой вот он, Чебурашка. Вот. Ну как вам? Я, кстати, много слышала об этом парке и именно о том, что здесь памятник. Если потереть ему уши, это к счастью. Живот к достатку, лапы к новым друзьям, голову к уму, считают сотрудники парка. Вы случайно не медвежонок? Может быть, не знаю я. А там дальше что интересно? Вот сцены там тоже есть. Ну как тебе, Чебурашка? Сам парк. Там еще, короче, когда какие-то праздники, наверное, или там детские, тут интересно. Ну что ж, на раз посмотреть можно. Детки взрослые, нам здесь точно делать больше нечего, а так, в принципе, с маленькими детьми. Маленькими детьми можно гулять. Прикольно. Идти, батюшки. Идти, батюшки. Мы пошли. О, мы можем, да? О, отсюда тоже можно выйти на стоянку. Значит, все-таки есть выход. А мы-то думали, нет? Такие аттракционные. Ну, короче, такой мини-обзорчик. Сегодня. Мини-мини. Мини-вальс ракушки. 100 рублей билет. И еще аттракцион. Здесь можно купить, посидеть. А это у нас колокольчик. Тоже 100 рублей. Короче, парк для малышей. Все. Так вот как раз тут занимаются уборкой. Здесь тоже есть зооуголок, туалет, все указано. Все, мы пошли.